Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга» функционирует в полном объеме на сегодняшний день. Каких-либо решений о закрытии клуба не принималось. Спортивно-туристский клуб территориально находится на Московской, 28-Б. В этом же здании одновременно с клубом находится областная аккредитованная федерация спортивного туризма Свердловской области. Каких-либо решений о переселении федерации не принималось. В 2016 году федерация также будет находиться по указанному адресу. Что касается проведения соревнований по спортивному туризму, они будут проведены в 2016 году в полном объеме и профинансированы на уровне 2015 года. Это такие крупные спортивные соревнования, как майская прогулка, майская велопрогулка, фестиваль «Европа-Азия». Вопросами развития видов спорта на территории субъектов Российской Федерации занимаются аккредитованные федерации. Точно так же, как аккредитованная областная федерация спортивного туризма Свердловской области занимается вопросами развития спортивного туризма в Свердловской области. Муниципалитет со своей стороны оказывает полное содействие в развитии данных видов спорта.